Многоуважаемые сотрудники Государственного русского музея, дорогие коллеги, от имени Музея изобразительных искусств Республики Карелия мы поздравляем вас со знаменательным событием – 120-летием образования Государственного русского музея. Мы гордимся вашими достижениями и успехами. Мы радуемся вашим новым открытиям. Мы у вас учимся очень многому. И, как говорится, большое видится на расстоянии. Мы благодарны вам за вашу постоянную методическую помощь, за ваши консультации, за ваши выставки, за ваши добрые сердца, которые готовы поделиться с нами самыми выдающимися открытиями, которые есть в вашем музее. Это и образовательные программы, это и освоение IT-технологий. Мы учимся у вас, мы стремимся быть похожими на вас, поэтому от всего сердца желаем вам удачи, успехов, радости, счастья, здоровья, и знайте, что вы для нас всегда самый яркий маяк, на который всегда хочется равняться. Будьте здоровы и счастливы. Обнимаем вас, сотрудники Музея изобразительных искусств Республики Карелия.